мая 2019 года, 22 часа 14 минут. Татьяна Самаровна, Мактум, сейф 1-2. Сейчас мы сходим с Просперусинкой в почтовый ящик. Так что вот, такие вот дела. Сейчас мы с Просперусинкой в почтовый ящик сходим. Ключики я уже взяла. Ключики взяла я. Свет на Thank you.
решили пройтись, погулять. Только посмотрим, как кричит, значит, это все выкинуть надо. По-моему, ведро, вы понимаете, да, это было у меня в этом. В ящике, а так прошлись мы. Просперусенько прошли сюда по Долгоозерному, сюда по Долгоозерному, туда даже почти уже, туда, знаете, к храму, который строят, уже даже авиаконструкторов почти перешли. Но просперусенько вроде как захотела домой. В общем, стали переходить эту дорогу, ну и вернулись обратно. Так что, смотрите, вот отсюда спустилась я пешком, в общем, туда, ну, знаете, подарочку. А, у мужчин я спросила, восточной национальности, они там торговали. Говорю, почему у вас капуста? Капуста свежая. 300 рублей клубника у них, в общем, там. Так что, говорю, они говорят, вам взвесить, но вы видите, я с кошкой гуляю. Так что, вот, за такие вот дела пошла себе туда, вот, в Долгоозерную, понимаете, обратно. Вот это занимает, ну, тут я, может, 3 минуты там где поговорила, может, минуты, в общем, 25 минут, в общем. Так что, вот, 25 минут. Это нужно выкинуть в помоечку. Ну, просперусенька, давай, теперь это отдохнем, давай на кроватку. Ты ж хотела, наверное, просперусенька. Я так поняла, что ты хотела погулять. В общем, сходила я с ней погулять. Сначала думала просто в ящик, в общем, почту. А так, в общем, сходила погулять. Так что вот, думаю там, ну, знаете, там церковь-то, там большой купол, еще несколько таких, знаете, такая церковь. И сверху купола, еще сбоку купола. В общем, такая церковь отстраивается, вы понимаете, да? Так что вот. Ну, стали переходить авиаконструкторов, уже почти одну эту перешли, трамвайную перешли. Ну, просто вроде как назад заходила. Думаю, может быть и правда, как-то далековато. Если здесь она пищит, в общем, как-то, ну ладно, все, пойдем назад. В общем, зажегся на зеленый свет, мы с ней переходили. В общем, зажегся обратно с трамвайной линии. Зеленые, стала я переходить, в общем, там стала такси поворачивать. Стала поворачивать такси, вы понимаете, да? Вот, ну,
мы прошлись по Шпирусинка, по Шпирусинка на руках, ну и такси потом повернули, там, это как это называется, направо, да? Правый, вот этот, правый поворот на авиаконструкторов, в Долгоозерный. Так что вот, ну, а там, ну, конечно, люди с собаками, женщины, ну, как бы там, женщины, мужчины с собаками гуляют на этот, на Долгоозерный. Там же, знаете, там эти кусты, деревья и так далее. Так что вот. Около магазина Спар, около магазина Спар, ну там обычно, знаете, такая там раскинута, как бывает, палатка для арбузов, но там эти восточные мужчины продавали, ну, различные овощи, фрукты. В общем, поинтересовалась его капуста, капуста свежая, они говорят, да, вам сколько взвесить, а потом что-то с кошкой гуляю, клубника по 300 рублей. 300 рублей килограмм из Крыма клубника. Так что вот, и такие вот дела. Татьяна Соломоновна Макту Сейфудин, это я. Это я была, я Александрова Татьяна Юрьевна, я поменяла мое имя, отчество и фамилию, Татьяна Соломоновна Макту Сейфудин. Смотрите, опять кричит, я подумала, что я с ней погуляю, и как-то она, может, гулять хочет. Хотя мы котов увидели. А когда, знаете, вот повернули сюда уже, чтобы подарку, ну, как бы сократить, вот, не там идти по Долгоозерной, а здесь вот, ну, в общем, дом-то кирпичный, стали, знаете, есть на углу этих котов, там, в общем, корм для котов лежит. Ну, вот, потом смотрю по дороге, вроде как мой сосед идет, этот Антон. Ну, честно говоря, я на него особо не стала смотреть, ну, вроде как чисто по силуэту, вроде как он. Вы поняли, да? Так что вот. Так что вот такие вот дела. Такие вот дела. 22 часа 48 минут, 28 мая 2019 года. Вот такие вот дела. Так что вот. Родилась я 20 июня 1972 года. Вот. В городе Ленинграде. Пошла я в первый класс, в 34-ю школу. Вот. Потом перешла в связи с переездом на Гражданскую улицу в 256-ю школу. Вот. Училась я на секретаря, машинистку сознания иностранной машинописи. На другом видео я сказала, что я работала секретарем машинисткой в журнале «Правоведение». Ну, понимаете, машинисткой. Машинисткой я работала в журнале «Правоведение» с 1990 по 1995 год. Так что вот такие дела. Приступим. Ложитесь или что? Поспевусенька, моя красота, моя девочка. Ну что, ну, укладывайся, моя маленькая. Поспевусенька. О, посмотрите, поспевусь легла. Моя красота, моя девочка. Так что вот. Вечерний юрфак, закончила я отделение Санкт-Петербургского государственного университета, юридический факультет в 1997 году. Вот. А с 2003 по 2008 год я была замужем за Полем Максвеллом Данским, написала книжку «Тайная психология Ленина. Секрет богатства и процветания». Вот. В 2007 году получила сертификат на грант на 10 миллионов долларов, послала необходимые деньги для оформления моего гранта. Но, так скажем, наличные деньги я пока не получила. Не получила, ну, в общем, вы понимаете, да? Угу. Так что вот, вот такие вот дела. Такие вот дела. Смотрите мои видео на моем канале Ютуба. Татьяна Соломоновна Макту Сейфудин на английском языке. И моя страница ВКонтакте. Татьяна Соломоновна через дефис Макту Сейфудин. Так что вот, вот такие вот дела. Ну, успокоились.